Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин Меркурий. Здравствуйте, это прогноз погоды на телеканале ПС. Мы ждем жаркого солнца, мы ждем весенних дней. Осталось совсем немножко, и скоро станет теплей. И о погоде в Архангельской области на 4 мая. Котлас плюс 9, небольшой дождь, пасмурно. Плесецк пасмурно, небольшой дождь и плюс 6 на термометре. В Вельске облачно, без осадков. Температура воздуха плюс 10. И о погоде в Архангельске. Утром воскресенье пасмурно, дождливо и температура воздуха плюс 3. Днем также дождливо, плюс 7 на термометре. Вечером дождь усилится, а вот температура воздуха опустится всего до 3 градусов. Когда я проснусь, я знаю, тебе не до сна. Я скоро вернусь, и скоро наступит весна. До встречи на телеканале ПС.